Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. И для любителей криптовалюты я хочу сегодня поделиться новым биткоин-краном. Называется ZetaBitco. Секундочку. Значит, где нам дает 34 сатоши каждые 30 минут. Сатоши BTC. Значит, вбиваем сюда в графу свой биткоин-адрес, привязанный к Faucet Hub. Далее опускаемся чуть ниже, нажимаем логин. И разгадываем капчу. Так, у нас капча и антибот. Нужно что? Перевести ползунок, перетянуть. Так, перетянуть ползунок. Перетянула. Вот появилась галочка. И разгадываем антибот. Вот здесь вверху буковки. Их надо разгадать. Далее нажимаем Very. Нас перебрасывает на страничку, где мы разгадываем капчу и ждем несколько секунд. Далее нажимаем Get Link. И 34 сатоши биткоина ушло на Faucet Hub. Переходим на Faucet Hub. Я уже с этого крана собирала. Вот у меня 34 сатоши. Перезагружаю страничку. Нажимаю перезагрузить. И, пожалуйста, вот только что 34 сатоши BTC прибыло на Faucet Hub ZetaBitco. Значит, возвращаемся на краник, опускаемся чуть ниже. Будет находиться наша партнерская ссылочка. Вот она здесь. Кому интересно, пользуйтесь. На этом все. До новых встреч.